Приветствую всех рыбоходников! Сегодня я вам покажу 5 способов, как можно быстро и легко связать крючки определенными узлами. Ну и начнем с первого способа. Взял вот такой вот большой крючок для наглядности. Значит, такая вот веревка капроновая белая. Просовываем ушко нашего крючка. Делаем вот такую петлю, получается, вдоль крючка. И вот длинный оставшийся конец мы обматываем вокруг короткого конца веревки. Раза, наверное, 4. Потом этот короткий конец просовываем в нашу петлю, которую мы оставили вдоль крючка. И затягиваем. Вот такой получился у нас узел. Ну, обычно такими узлами вяжут мормышки. Переходим ко второму способу. Это самый быстрый, самый легкий способ. Надеюсь, все его знают, но я наглядно вам покажу. Делаем, значит, узел, до конца его не затягиваем. Делаем 2 оборота вокруг оси своей основной веревки. И берем вот так вот, затягиваем. У нас получается 8. Продеваем через эти ушки веревки обе, и получается, мы его затягиваем. Вот таким вот способом. Это самый быстрый способ. Вот такой вот узел получился. Переходим к третьему способу. Он тоже простой. Делаем, значит, петлю вот такую вот и оставляем конец у нас нашей веревки с правой стороны, кому как удобно. Прислоняем наш данный крючок и берем вот за вот эту нижнюю веревку и обматываем вот этот наш конец. Раза 4. 2, 3, 4. И делаем затяжку. Вот такой вот получился узел. Он очень надежный, он самозатягивающийся. Четвертый способ тоже простой. Делаем, значит, петлю вот такую вот, просовываем через крючок ушко крючка завязываем удавкой. То есть, как бы, обычный узелок. Оставляем конец петли и бросаем его через крючок. Таким способом обычно вяжут поводки для летней рыбалки. И затягиваем. Вот такой у нас получился узел, и он тоже очень надежный. Ну и покажу вам пятый и последний способ. Он чуть-чуть посложнее будет. Значит, продеваем веревку через крючок, делаем как бы вот такую вот петлю, делаем далее узел. И вот эти вот основные 2 вот этих конца, вот я держу их, их будем обматывать вокруг своей оси раза 4.
2. Три. И 4. Делаем стяжку. Веревка толстая, сильно не поддается стяжке. Ну вот как бы такой вот узел получился. Таким узлом можно вязать все что угодно. Вот такими простыми способами можно вязать крючки. Ну и всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие рыбалки. Пока что я на рыбалке не могу вырываться. Сейчас мы все ждем сезон открытой воды. Ну и всем желаю хорошего настроения. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.